первых кадров видно, это будет самобытная история. Фильм создается не как художественная картина, а как документальная. Это будет именно история о традициях, языке, этнической принадлежности, о народе, который помнит свои корни и безграничном крае, со старыми мечетями и деревянными избами, где на полу всегда ковры, а чай обязательно с молоком. Этот проект может объединять всех татар всего мира. Татары, они есть везде. Они стараются сохранить свою культуру, свои традиции, передать своим детям, своим внукам песни, мелодичность наших татарских песен. Не побоюсь этого слова, великий народ. У нас величайшая история, у нас великая литература. И поэтому мы должны за это бороться. Мы должны об этом говорить. Надо преподносить и вопросы, и ответы, чтобы они были и понятны, и в то же время были интересны, со смыслом выражать суть, чего мы хотим. А хотим мы очень простого и понятного: помнить об истории, сохранять культуру. Не просто показать жизнь, а рассказать о ней, поднять вопросы и попытаться найти ответы. Это основная идея проекта «Мой народ». Каждая серия будет посвящена отдельному народу России. Первая – история татар. Сам создатель проекта родом из Таджикистана, но живет в Татарстане. Татарский народ – просто прекрасный народ, и я очень хотел первым показать их историю, их культуру. И самое главное, хотел людям показать, насколько красиво татарский язык. Ну, это же прекрасный язык. Я сам уже влюблен в татарские песни. В картине будут присутствовать и медийные личности татарского народа. В съемках уже принял участие хоккеист Данис Зарипов и любимый певец Салават Фатхудинов. Часть фильма сняли на просторах Болгара и Свияжска. Сегодня работали в Казани. Проект состоит и из исторической части, и современной части. Мы рассказываем реалии нашего народа, заслуги. Некоторые проблемы поднимаем пути решения этих проблем. Часть картины посвятили Ментимеру Шаймиеву и Рустаму Миниханову про их заслуги и вклад в историю народа. Проект планируется глобальный. По планам авторов фильм увидит вся страна. Премьеру ждут в начале марта. Диляра Исупова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705.